О-о-о! Не себе. Вот это месиво там. Так, значит, следующее задание у нас «Потерянный рай». Встретитесь с Кларой в Эсперансе. Чтобы попасть в убежище, нужен будет пароль. Пойдем искать, где это находится. Наверное, где-то как-то. Как-то, наверное, здесь можно пройти, проехать. Спуститься. Да, это, короче, такой, что ли, серпантин? Нет, это не серпантин, это просто такая кривая дорога. Так, мы как-то здесь можем спуститься аккуратненько? Я думаю, да. Аккуратно можем спуститься. 300 метров у нас до нашей точки. Сколько их? Прямо очень много. Ладно, попробуем проскочить, пробежать. Сообщайте PDP обо всех, кто читает. Здесь не пройдем. Или смотрит пропаганду лжеиранцев. Не дайте их опасным идеям распространиться. Так, как бы нам пройти? Как бы нам пройти? 100 метров. Эсперанса находится под контролем армии. Не выходите на улицы. Оставайтесь дома. Нет, здесь мы не пройдем. Хорошо. Я найду виновного. У врага медик. Так, куда дальше-то? Куда дальше? Наверное, вот сюда. Отлично. Это здесь. Это здесь, хорошо. Говорят, у вас есть место в ночной смене. Правило 23.
Если появился шанс отрубить голову тирану, воспользуйся им, черт возьми. Так. И что, куда дальше? Куда дальше? Вот 50 метров. 50 метров. Мила, сколько их сожрал твой крокодил? Доступна новая точка быстрого перемещения. Скажи. Хорошо. А мы отсюда, по-моему, но начинали игру. Будет тут, тут и тут. Речь начинается, все взрывается. Окружим отель огнем, будет жарче, чем у дьявола в заднице. В чем цель? Не дать людям Кастильо выйти, а подкреплению войти. Дани будет посередине. А дальше? Дани убивает Эль Пресиденте. Прекрасно. Эй, Дани. Дани! Ты посмотри, какой супремо! Мне убить Антона Кастильо? Сегодня? Антон толкнет речь в честь Дня Независимости в отеле Параисо в прямом эфире. У Хуана есть информация о расположении охраны. У нас один шанс на миллион! Отрубим змеи голову и сделаем из ее кожи ботинки. Мерда. Ты как считаешь? Убить ли того, кто испоганил нашу землю и поработил народ? Даже не знаю. А ты? Я раньше не убивал президентов. Это же ликвидация, Дани. Метод повстанцев. А, мне нужно в душ. А тебе вот это. Твою мать, ты будешь легендой среди повстанцев. Я позвоню. Сколько в нем пыла? А то. Убьешь Кастильо, и Либертад заявит о себе. А дальше посмотрим. Кто знает. Прикончи этого камемьерда. Слава Либертад. Так, хорошо, заложите взрывчатку на КПП. Вот у нас есть три точки. Пойдем искать, где это, чего это, куда это. Наверное, куда-то сюда. Хуан и Клара там уже несколько часов. Не нравится? Дани, заминируй КПП. Особенно хорошо бабахают генераторы. Хорошо. Как мне взорвать бомбу? Никак. Повстанцы закладывают взрывчатку по всей Эсперансе. Это будет настоящая симфония Симтекса. Ты в ней тупо, а я дирижу. Вам устанет. Ну и сравнение у тебя. Опять этот шум. Опусти пушку. Живо! Худ! Я при... Тише. Ола, Дани, это доктор Даволос. Что ты делаешь в данный момент? Расскажи мне все. Убиваю кучу народа. Вспомни о позитивной энергии, Дани. Дыши глубоко. Подумай о своих чакрах. Впусти в свое тело солнечный свет. Область силы... Хорошо. Хорошо. Так. Надо. Так, теперь ищем место. В Эсперансе введено военное положение. Так, не совсем я понимаю. Оставайтесь дома. Заприте двери. А, вот. Фигня. Хорошо. Идем дальше. Тут не пройдем. Попробуем пройти там где-нибудь. Вот через вот эту дверку. Оставайтесь дома. Я
Шепарда. Все серьезно. Так, надеюсь, никого больше здесь нет. Ну и вроде бы как бы 90 метров, уже даже 70 остается. Как нам туда пройти? Наверное, здание нужно обойти. Так. Ну, пойдем искать. Хорошо. Фейерверк для нашего праздника. Ну, пойдем искать третью точку. Блин, там танк стоит. Нужно аккуратней. Объявлено военное положение. Сопротивление карается смертью. Хорошо. Пойдем. Блять. Надеюсь, в танке никого нет. Найдут, когда будет уже поздно. Хуан. Так, все встретись посылочки с Хуаном. Доставлю. 315. Ты чего трусы говорил, как почтальон? Скажи просто, Хуан, бомбы установил. Я скинул тебе фотку, где меня искать. Скоро буду. Я на крыше напротив отеля. Не забыл еще, как я выгляжу? Как папа, о котором ты всегда мечтал, если что. Скорее, как бухой дядя. Я уже 6 часов не пью. Так, давай наверх. Изглазь. Вон там! Где ты, сука? Так, там есть сигнализация. Черт! Сука, блять. Ладно, идем наверх. Так, вырубить мы можем, нет? Блять, нет. Ладно. Идем искать. Введено военное положение. Оставайтесь дома. Так, как бы нам пройти-то? Снайпер. Не-не-не, зачем ты полез, блядь? Хорошо. Пока все хорошо. В данный момент Эсперанса находится под контролем армии. Следуйте указаниям солдата. Оставайтесь дома.
Ладно, попробуем. Здесь спрыгнуть. Хорошо. Так, вот какая-то стрелка наверх есть. Какая-то стрелка наверх. Мы здесь никак не можем по трубам этим забраться, нет? Нет. Не можем. Президент Антон Кастильо ввел в Эсперансе военное положение. Оставайтесь дома. Отлично. Прекрасно. Так, как бы нам попасть наверх? Блять, не вовремя я перезарядил. Для обеспечения безопасности Fuerzas Nacionales de Defensa проводит выборочные проверки документов. Gracias за содействие. Так. Куда дальше? Куда дальше? Отлично. Во время военного положения все запросы принимает военная администрация Эсперанцы. Ningún juego date descubrir ya. Выходи, не беси меня. А ты где вообще? Выходи, говорит, не беси меня. Послание от Льва Яры. Так, ладно, используем трос. Вот тебе! Хорошо. Антона Кастильо, Эсперанса находится под контролем армии. Так, хорошо. Идем искать куда дальше. Вот есть какой-то путь наверх. Так. Ох. Ох. Хуан уже близко. Так, куда дальше? Куда дальше? А, вот еще одна кошка вижу. Оп! Хорошо. Так, тросик. Отлично. Дани, ну что, психуешь? Я дико психую. Бомбы на месте, Хуан. Твои были последними, чувствуешь?
затишье перед бурей, после которого сдохнет множество говнюков. Что ж, время двух моих любимых слов. Активируем взрывчатку. Всем ПТС! Вперед, Дани! Зачисти отель и убей Антона. Вперед, Дани! Так, захватите вестибюль отеля. Звездочных отелей. Ладно. Ой, как там высоко? Как там высоко? Ладно, пойдем пробовать захватывать вестибюль отеля. Так, что пишут? Табличка Иранского исторического общества. Понятно. Нихера себе. Вот это месиво. Те хотели приезжать к нам. Пить наш ром. Танцевать с женщиной. Мей, Дани, а это с гомом ярда. Неплохо держится. Это в каком еще смысле? Хорошо. Я видел, как отца убили террориста с революции 67-го. И вот за 50 лет они лишили нас богатств, гордости, надежды, оставив лишь призраки. Хорошо. Мне не дает покоя то, чему учил меня отец. То, что он хотел дать мне, моей семье и стране. До того, как его убили, он говорил мне о своей мечте. О Яре, который завидует весь мир. О рае, который унаследует будущее поколение. Теперь я наконец понял его, и я осуществлю эти мечты. Ради моего сына. Хорошо, что мы взяли крокодила с собой. Он, вы, по крайней мере, отвлекает. Чтобы возродить Рапинга. Пора уже грузиться и в лифт. Вы, мои истинные иранцы, поможете мне в этом. Так, а что там? Пинга, мне нужен ключ от лифта. Ключ от лифта. Где он может быть? Может быть, какой-то ресепшн здесь есть? Для всего мира и спрос. Пойдем искать. Да, где ключ? Как никогда. Где ключ? Мы уже начали строительство столицы, которая должна объединить наше прошлое и будущее. Но вот еще одна революция. Вот какой-то ресепшн. Сборище. А вот какой-то ключ. Либертад. Это раковая опухоль. Они хотят уничтожить так, все, так, отправляйтесь в номер Антона в пентхаусе. Но теперь... Хорошо. Ставки куда выше. Что там творится? Ты внутри? Да, внутри. Антона видишь? Дани! Здесь никого нет. К
Клара, думаю, это была запись. Это подстава. Солдаты Антона на подходе. Сваливай. Это ты был на том корабле. Ты жив? Мне повезло. Как тебя зовут? Дани, а тебя? Ты знаешь как. И хочешь убить отца. Насколько я знаю, ты сам пытался свалить от своего папа. Я был неправ. Почему? Потому что. Тебе повезло. Он чудовище, Диего. Так воспитали. Ты будешь другим? Ты не убьешь меня! Еще раз пальнешь, убью. Если сбегу, он меня найдет. И тогда пострадают люди. Ты не понимаешь, мне никогда не уйти. Сколько тебе лет? У тебя есть семья? Нет. Ты ищешь себе семью? Уезжай из Яры. Он всех вас уничтожит. Мьерда, лучше пригнись. Сюда. Сраные диктаторы. Грасиас. Эй, Дани. Папа болен. Поэтому он не тут. Так, сражайтесь так. Или бегите. За вами охотится спецназ Кастильо. Ладно. Хорошо. Хорошо. О, Дани, это доктор Даблос. Что ты делаешь в данный момент? Расскажи мне все. Убиваю кучу народа. Так. Вспомни о позитивной энергии, Дани. Дыши глубоко. Подумай о своих чакрах. Впусти в свое тело солнечный свет. Область силы. Так, как-то мы здесь можем выйти? Нет. Отсюда мы пришли. Ладно. Выход один, я так понимаю. Нужно уезжать. Еще не вижу, блин. Куда ехать? Так. Уходим нахуй отсюда. Уходим. Так, наверное, нам куда-то сюда, да? Отлично, задача Клара, выполнена. О-о-о. Я смог выбраться живым. Дани, что там случилось? Как ты вырвался? Блять, танк. Нас сука. Подставили. Но я кое-что прихватил. Тачку Кастильо. Внутри аж воняет деспотизмом. До Кастильо мы не добрались, но ущерб режиму причинили. Ущерб? Дани, ты сегодня врезал режим Антона по яйцам. Купи себе сервеса. Ты заслужил. Так, куда нам ехать-то? А ты когда-нибудь слышала, что Кастильо чем-то болен? Нет, а что? Я подслушал один разговор. Интересно. Я с тобой свяжусь. Все, что мы делаем, приближает освобождение Яры. Отлично, операция завершена, потерянный рай. Да, напряженненько было.